Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 июля. Страдания святого мученика Павла и с ним святых мучениц Алевтины и Хионии. Святые мученики были родом из Египта. Схваченные они были переведены в город Кесарию и, представ перед правителем на допросе, исповедали Христа истинным Богом. За это им сожгли сперва левые ноги, затем выкололи ножами правые глаза, и, наконец, вместе с другими мужами и женами, также веровавшими во Христа, их предали сожжению, отчего они и скончались. Перед этим святая Хиония была повешена на дереве и стругана по телу. Сестра ее Алевтина, угрожая судье, разрушила ногами жертвенник, за что и подвергнута была беспощадным мучениям. А святой мученик Павел встал на молитву и помолился сперва о христианах, а после и о всех язычниках, чтобы они пришли к познанию Бога истинного и перестали преследовать верующих во Христа. Этой молитвою он вызвал слезы у присутствовавших, после чего ему отсекли голову. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.